сегодня не только для своей семьи, а для всего нашего народа, который проживает на территории нашей России. Вы для нас пример. Низкий поклон вам, ну и, наверное, бурные аплодисменты. Примите искренние поздравления от лица Вооруженных сил Российской Федерации. Желаю вам крепкого сибирского здоровья, бодрости духа, благополучия, всего самого наилучшего. Низкого вам поклона.